Привет, друзья! Сегодня я хочу показать способ приготовления очень вкусной перловки, так как это делают в Средиземноморье. Очень вкусно, невероятно полезно и очень доступно. Перловка, как правило, нуждается в долгой варке. Чтобы сократить процесс, замочите крупу заранее и оставьте отмокать на несколько часов, лучше на ночь. Затем крупу нужно промыть под краном, 3 раза будет достаточно. Слить всю воду и поместить в сухую кастрюлю на среднем нагреве. Помешивая, дать перловке немного просушиться. Добавить оливковое масло. Перемешать и слегка обжарить. Румянить не надо. Доливаем воду, доводим до кипения. И даем воде почти полностью выпариться. Выключаем нагрев, закрываем крышкой и оставляем минут на 20. Тем временем нарезаем мелко лук. Один небольшой зукини. Один небольшой баклажан. Цветные сладкие перцы. Чеснок. Листья мяты и петрушку. В сковороду наливаем оливковое масло, щепотку зиры и тмина, лук, две-три столовые ложки бальзамика, соль. Пассируем до золотистого цвета. Добавляем зукини, перцы и баклажан. Пассируем все вместе до мягкой кондиции овощей. Соль, душистый перец. Добавляем в овощи перловку, перемешиваем, пассируем вместе, чтобы перловка впитала все ароматы и вкусы. За пару минут до готовности добавляем чеснок, мяту, петрушку и тертый имбирь. Перемешиваем и оставляем под крышкой на 1-2 минуты. Перловка по-средиземноморски готова. Наслаждайтесь. Приятного аппетита. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи на канале.